вот это документы приготовил? Только чтобы акциска и ГОСТ на месте были. Живы будем. Пересечемся. Давай, давай. Слышишь, ты этот? Слышь ты, вали откуда пришел. А ну-ка стой, фраер. Молодца, и не дергайся. Тихо, пацаны. Чё за ботва? А ну постой тут, братишка. Только так, чтобы я твои грабли видел. О, пальба намечается. Ща позырим. Ну, что же ты снова приволок, касатик? Показывай. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? Нет хабара, нет базара. Пацаны от нас! Херач их, пацаны! Херач их, пацаны! Отваливай быстрее, пока ноги целы. И даже не рыпайся, фраер! Фраера подвалили! Ты часом не зомбирован? Какой-то ты странный, ей-богу. Хабар. Консервных банок. Ты что, пьян? Хабар. Консервных банок. Так, объясняю еще раз. Хабар. Консервных банок. Хабар. Консервных банок. Хабар. Консервных банок. Вот дерьмо! Я тут поразм... Мужик, не стреляй! Выбирай, как мы с тобой поступим. Мне все равно. Мать! Ах, ё... Да у меня за день столько сталкеров бывает. Всех и не упомнишь. Ну, здорово. Как дела? Что притащил? Консервных банок. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Куда ты без оружия, придурок? Ну чё стоишь? Здорово, рад тебя видеть. Ну чё, давай о деле поговорим. Что, уснул? Ой, не шуми только! Что, пьян? Башка и так трещит. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Хорошо. Иди, не мозоль глаза. Есть дело. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «100 рентген». Координаты я тебе скину. Все ясно?